Всероссийский турнир по армспорту «Сибирский медведь» проводится в нашем регионе в шестой раз и открывает сезон так называемой «Золотой лиги армрестлинга в России». С 14 по 16 апреля в комплексе «Дворец молодежи» в рамках представительного и престижного омского турнира сильнейших выявляли 143 атлета из 12 регионов нашей страны. В каждой весовой категории у мужчин, юношей и женщин кипели нешуточные страсти, и несмотря на высокие титулы спортсменов, результат их схваток предсказать было невозможно. В своей категории, на самом деле, все были подготовлены хорошо, но так оказалось, наверное, что я был подготовлен лучше всего, ну, лучше всех. Вот. А интересно, абсолютно, в принципе, не планировал бороться, задача максимум была выиграть свою категорию. Вот. Ну и так получилось, что вот и в абсолютке стал вторым. Даже вот выиграл у действующего чемпиона мира до 110, по-моему, килограмм, или до 100, Виталия Лалетина. Это, конечно, ну, незабываемое ощущение. В дальнейшем у нас будет чемпионат Казахстана. СМА-СМА, да. Отбор на мир будет у нас в Боровом. Приезжайте, выступайте. Традиционно сильную команду выставляет Омская область. Заслуженный мастер спорта Александр Воронецкий – первый в категории до 80 килограммов. После перерыва в карьере побеждать вдвойне приятно. Были некоторые сомнения, опасения, в какой форме находишь. Потому что на соревнования выходишь, к поражениям уже с опытом уже проще относишься. Ну, проиграл, да, неприятно, но уже это можно пережить. Но все равно на соревнования идешь не для того, чтобы проигрывать. Цель-то все равно выиграть. Поэтому как бы сомнения выступать, не выступать, проигрывать неохота. Поэтому ну, как бы победа дает стимул, во-первых, раз. Во-вторых, чем больше поединков, тем больше понимаешь, что разные соперники, свои сильные и слабые стороны, над чем работать. Это немаловажно, что дают соревнования. Ну, грубо говоря, вот это и был экзамен своего рода, такой подготовки. Омские силовики завоевали на «Сибирском медведе» в общей сложности 8 наград. Впереди у сильных руками в рамках «Золотой лиги» турниры в Татарстане и Калмыкии.